Привет! Вы на канале Королевство вкусных блюд, с вами Ольга, и сегодня мы приготовим вкусный и полезный чай. Этот чай подойдет в холодное время года, он укрепляет иммунитет. Все ингредиенты также вы найдете под видео. Давайте начнем готовить. Чай готовится очень просто и быстро, и получается вкусным и полезным. Берем емкость для заваривания. Кладем мяту, нарезанный имбирь, дольки лимона, любой чай для заваривания, у меня зеленый, сахар, можно по желанию мед, дольки апельсина, сверху немного мяты и заливаем кипятком. Перемешиваем, накрываем крышкой и даем настояться. Это получается очень вкусным и полезным. Процеживаем и наслаждаемся вкусным, полезным чаем. Можно бросить свежий апельсинчик и мяту. Если вам понравился рецепт, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!